Я вам хочу рассказать про свою прабабушку Рыхтеру Анну Тимофеевну. Она родилась 23 марта 1928 года. И ей еще не было 13 лет, как началась война. Она работала вместе с женщинами в поле, ухаживала за животными. После тяжелой работы она вязала теплые носки и варежки для солдат. В школе она училась всего 3 года. После войны нужно было опять работать. В 22 года она вышла замуж, родила 5 детей. Но тяжелые военные года всегда оставались в ее памяти. 23 августа 2015 года моей прабабушке исполняется 87 лет. Муж ее умер 20 лет назад. У моей прабабушки было 12 внуков, 22 правнука и 1 праправнук.